Сегодня мы делаем вот такую вот красивую хризантему из гофрированной бумаги. Для этого нам понадобится гофрированная бумага вот такого вот молочного бежевого цвета размером 37 сантиметров. На 60 сантиметров. Две штуки нам должны понадобиться. Дальше, следующий кусочек такого же цвета нам понадобится размером 48 сантиметров на 30 сантиметров. Два таких кусочка, один бежевого, другой зеленого салатового цвета. Таких кусочков нам понадобится 4 штуки, 2 молочного цвета и 2 вот такого вот салатового. И самый маленький наш кусочек размером 37-36 сантиметров на 25. Две штуки. На каждой нашей полосочке делаем вот такие вот надрезы. Шириной приблизительно 3,5 сантиметра. Вот такие вот надрезы мы сделали, и дальше заворачиваем наши полосочки. Приблизительно посерединке заворачиваем, закручиваем и склеиваем. Всю ту же работу проделываем и со следующими остальными полосочками.
все наши лепесточки подготовили. И начинаем все складывать в одну композицию. Начинаем с самых маленьких наших лепесточков. Обкручиваем вот таким вот образом наш цветочек. Все заготовки по очереди, от маленького размера до большого. Дальше мы делаем чашелистик, вырезаем вот такой вот прямоугольник, складываем его гармошкой и вырезаем форму чашелистика. После этого прикрепляем на наш цветочек, который получился вот таким. Вот мы уже закончили прикрепление нашего чашелистика, обмотали стебелек, и вот такая вот красивая хризантема у нас получилась.